знаете, меня беспокоит такая вот проблема. Цены везде растут, инфляция растет. Ни для кого не секрет. Да вы и сами у себя там можете прочитать в новостях. У вас там очень много умных порталов, которые пишут только правду и ничего кроме правды. И телеканалы точно так же. У нас тут сумасшедшая инфляция. Нас обманывают. Нам говорят, что у нас инфляция 10,5%. Но на самом деле это инфляция, наверное, процентов 20, а то и 25. Ну вот, например, цены на бензин. Я просто в шоке. Я не знаю, как на работу ездить. Неделю назад я заправлялся бензином на заправке в евро. Я вам скажу, в евро эти цены. Рубль 60, то есть 1 евро 60 стоил литр бензина супер плюс. Это 102 бензин или 105. Через неделю, вот буквально вот вчера я смотрел на заправке, проезжал мимо, цены поднялись. И причем колоссально поднялись. Если неделю назад было евро 60, сейчас уже бензин стоит евро 63. Представьте, если нужно человеку заправить 20 литров, это он переплачивает уже 60 копеек. Это невыносимо, это просто ужас. Если так и дальше пойдет, то я не знаю. Наверное, месяца через два я куплю себе Теслу и буду ездить уже на Тесле. Нахрен мне тратить сумасшедшие деньги на бензин, если он так быстро поднимается в цене. Теслу же ведь бензином заправлять не надо, нет? На ней просто можно ездить. А электричество, да, вот электричество тоже поднимается в цене, тоже, да. Но, правда, вот не сильно. На пол копейки за полгода. То есть на копейку за год. Независимо от инфляции. Ну, что я могу сказать? Проблема. У каждого своя проблема. Но мы как-нибудь выживем. Вы там за нас не переживайте, вы не волнуйтесь, мы как-нибудь выживем. А кто не выживет, приедет к вам на Теслах.